И мы продолжаем приключения нашего любимого котика Боба. Давайте-ка немножко поубираем в комнате. Вот так, замечательно. И отведем его в ванную комнату. Бобо, вставай, дружище, нас ждут великие дела. Вот такая вот замечательная черная шерстка у него. И вот такой вот замечательный шлем пожарного. Мы одели ему в прошлый раз. А теперь давайте-ка, друзья, сводим его в туалет. Немножко поубираем в ванной комнате. Да, вот какой доволен. Отлично, садись, делай свои дела. Очень здорово. Хорошо. Вот такой, вот такой. А смыть за собой, Бобо, ну что ж ты делаешь? Вот. Отлично, друзья, все у нас получается. Ну куда ж кушать, Бобо? Ну, сначала давай мы тебя покупаем. Вот так, замечательно. Вот такая вот красивая черная шерстка. Вернее, черно-белая. Отлично. Итак, хорошенько намылим его мылом. Замечательно. Очень хорошо, друзья. А теперь смываем. Ой, какой красавец. Ой, какой красивый у нас котик получился. Отлично. Ну что, Бобо, будем вылазить? Ну давайте-ка вытащим его вот так. Хорошенько его полотенцем вот так протрем, протрем. Ну подожди кушать. Сначала тебя хорошенько надо вытереть. Вот. А поиграть с мыльными пузырями. Лови, лови, лови мыльные пузыри. Смотри, как весело. Ох, как здорово, друзья. Отлично. Лови, 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 Бобо. Вот, замечательно. Хорошо, друзья. А теперь давайте-ка еще его немножко еще расчешем. Вот. Какой-то он у нас после ванны не расчесанный. Вот. Здорово, чешем, чешем, чешем. Отлично. Ой, сколько шерсти из него летит. Ничего. Хорошо, здорово. А теперь, друзья, давайте-ка еще... А, это свет включать. Давайте-ка еще ему лапки после мыльных пузырей поиграли, помолим. Вот так. Возьмем мыло, хорошенько намолим одну лапку, вторую лапку. Очень здорово. Хорошо. Включим воду. Вот так. И теперь помолим. Вот так. Здорово. Хорошо. Еще вот так. Помылим, помылим. Отлично. Вот. Здорово. Ой-ой-ой, какие чистые, красивые лапки. Отлично. Хорошо. Ну, тогда, друзья, вот теперь, Бобо, ты у нас красавец, и теперь можно и покушать. Так, давайте-ка посмотрим, где там наша кухня. Ой-ой-ой-ой, вот она, наша кухня, ну, совсем грязненькая. Давайте-ка немножко поубираем. Вот так, замечательно. Итак, Бобо, что кушать будешь? Так, что у нас есть? Молоко, пончик, кусочек тортика, мороженое, капуста, сыр, рыба, курица, хот-дог, пицца, еще гамбургер какой-то, ага, суши, краб, или это лангуст, непонятно, яблоко, груша, вишня, черника, малина, капуста. Вот, очень хороший выбор. Ну, давайте-ка начнем, друзья, с чего-то мясного. Так, дадим мы тебе вот этого. Вот, давайте-ка курицу запечем. Подогреем. Вот, замечательно. Вот, держи печеную курицу. Ну как, Бобо, нравится? Вот как понравилось. Еще хот-дог тебе подогреем. Вот так, замечательно. Отлично. Здорово, друзья. Вот, держи горячий хот-дог. Вкусно? Ой, как ему нравится. Ой, что-то он немножко недоволен. А суши? Ой, что-то тоже не очень. Ну, тогда ешь яблочко, грушу. Кто-то не хочет. Вот, кушай. Здорово. Еще вишенку на десерт. Нет? Ну, тогда на десерт давайте-ка дадим ему вот молочка. Ну как, вкусно, Бобо? И что-то сердится немножко, но ничего, друзья. Хорошо, очень здорово. Ой-ой-ой-ой, друзья, у него заболел зубчик. Давайте-ка отведем его к врачу. Пусть его полечит хорошо врач. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничего-ничего, не переживайте. Ну, открывай ротик, Бобо, ты же у нас приболел, не хочет. Давайте-ка другой инструмент. Ой, фу. Какие тут у него застряли между зубками кусочки. Ничего, сейчас мы тебе, Бобо, поможем. Вот так замечательно вытаскиваем. Вот, очень хорошо. Еще вот здесь. Да-да-да-да-да, друзья, получилось. И еще вот здесь кусочек. Вот.
вытягиваем, вытягиваем. Вот, замечательно, друзья, вот, получилось. А теперь давайте-ка займемся дырками в зубах. Сейчас мы удалим и поставим новые пломбочки, вот так. Да, здорово. Ой, бедняжечка, как ему страшно. Ну, не переживай, Бубу. Сейчас мы тебя подлечим, и все будет хорошо. Да, вот так. Отлично. А теперь чистим зубки. Да-да-да-да, чистим зубки вот так. Здорово. Чистим, 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 чистим. Хорошо. И еще снизу не забываем. Отлично. Снимем вот этот вредный такой налет, чтобы что зубки делают черным. И все у нашего Бубу будет хорошо. Итак. Отлично. И еще вот здесь. Чистим, 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 чистим. Да, здорово получилось. Ой, красиво. Ой, какой довольный котик. Да, Бубу, тебе нравится? Да, здорово, друзья. Очень ему нравится. А теперь давайте-ка немножко поубираем. Вот здесь. Отлично. Ну что, и немножко звуку давайте добавим. Вот так. Вот, замечательно. Ну, хорошо, тогда, друзья, пойдем. Ой-ой-ой-ой, давайте-ка поубираем вот эти косточки на кухне. Вот так, здорово. И давайте-ка, друзья, пойдем с вами сейчас. Ой-ой-ой, что у нас делается в игровой комнате? Это ужас. И рыбка надо спасти. Вот, здорово. Красивая золотая рыбка, отлично. Ой-ой-ой. Давай, бо-бо-бо-бо, спасай рыбку, отлично. А теперь давайте крутанем колесо, посмотрим, какой же сегодня сюрприз нам выпадет. Итак, колесо фортуны, у нас сегодняшний приз. Кристалл, 5 бриллиантов, здорово, ничего себе, друзья, отлично. Возьмем приз. И еще давайте-ка крутанем еще раз. И у нас сегодня приз какой-то X. Ага, удачи в следующий раз. Ну, замечательно. Хорошо, друзья. А теперь давайте-ка выйдем на улицу и соберем урожай. Что там у нас на улице? Вот, пошли соберем малинку. Вот, здорово. А посадим здесь вот эту чернику. Вот, груши соберем. Посадим яблоки. Вот, тыквы соберем. Капусту, а посадим цветную капусту и обычную, вот так. Коровка наша ест сено, хорошая коровка, отлично. Соберем малину, вот, и посадим чернику, отлично. И груши тоже соберем, вот так. Хорошо, а посадим здесь яблоки, вот. Так, хорошо. Ну что, Бобо, хочешь немножко поиграться? Ну, давай покатаемся на машинке, а потом пойдем с тобой и еще будем играть. Но вначале хочу машинку перекрасить. Давайте-ка, друзья, сделаем из нее вот такую голубую машинку. Здорово. А колеса у нее сделаем какие-то интересные. Вот, красные, например. Вот так. Вот, вот. Ой, немножко передал. Вот. Здорово. Ну что, Бубу, вперед! Поедем, покатаемся. Ну давайте-ка, друзья, посмотрим, что же сегодня у нас получится. Итак, вперед, Бубу! Дружище, мы надеемся, что ты сегодня пойдешь еще. Так, вперед. Убираем. Девушки, отлично. И топливо. Аккуратненько, аккуратненько, Бубу. Вот. Топливо и еще вот так. Замечательно. Так, так, идем вперед, вот, вот топливо. Отлично. Еще вот так. Очень хорошо. Замечательно, друзья. Отлично. И еще вот так. Вот так, да. Вот. Очень здорово. Хорошо, друзья. Движемся вперед. Топами. Отлично. Еще один камень. Вот так здорово. Хорошо, хорошо. Вот. Вот. Так, вот, отлично. Так, продолжаем движение. Все вот так. Вот замечательно. Перепрыгнули и движемся дальше. Движение, отлично. Так, есть топливо. Хорошо. Можно дальше. Ой-ой-ой. Ничего. Немножко подбросило.
Вот так, да. Хорошо. Вот так. Вот это замечательно. Друзья, все хорошо. Двигаемся дальше. Отлично. Ай-яй-яй-яй, друзья. Немножко неудачно получилось. Давайте еще раз сыграем. Давайте тут еще немножко. Там надо было сделать хорошенький разбор. Перекатываем. Это на зону все не туда. Вот так, замечательно. Или притормозить надо было. Ну что, вот сейчас. Вот так, да, здорово, хорошо, друзья. Едем дальше, собираем. Ай, какой довольный бабок. Как у него здорово все получается. Отлично. Хорошо, едем. Вот так, да, 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 замечательно. И еще вот так. Вот, отлично. Вот, хорошо. Так, вперед, 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 вперед. Отлично. Вот, хорошо проехали. Здорово. Взяли Токио опять. Здорово. Эти дрели немножко мешают, но ничего. Наш герой, посмотрите, как здорово проезжает препятствия. Молодец, Бобо. Давай, 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 проезжай. Вот, замечательно. И еще вот так. Отлично. Хорошо. Все здорово получилось. Так, продолжаем движение. Осторожно, осторожно, Бобо. Вот, замечательно. Хорошо. Все получилось. Отлично. Отлично, отлично, здорово. Отлично, и еще вот так. Да, здорово, друзья, продолжаем. Хорошо. Отлично. Отлично, отлично. Видим. Вот так. Вот. Да, 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 да. Отлично, друзья, хорошо. Вот, продолжаем движение. Замечательно. И еще вот так. Очень хорошо. Осторожно, 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 друзья. Не будем рисковать. Топливо. Вот, здорово. Взяли топливо. Мы можем продолжать движение. Вот так. Очень хорошо. Да, 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 да. Все здорово получилось. Мы движемся вперед. Отлично, Бобо. Давай, да. Вот, вот. Вот. Ай-яй-яй-яй. Чуть не упали. Ай, ай, ну, как обидно, друзья, как обидно. Как обидно, ну ничего. Итак, продолжаем. Посмотрим на настроение у нашего котика. Ну как, о, смотрите, друзья, как ему уже настроение поднялось. Сердечки пошли вверх, здорово. А, кстати, давайте-ка посмотрим, какое у нас сегодняшнее задание. Покормить кота двумя клубниками. Ну хорошо, что-то мы за клубнику сегодня забыли. Не знаю, есть ли у нас клубника, но давайте-ка посмотрим. Есть ли у нас клубника? Кстати, я клубнику не видел. А ну-ка давайте вот так зайдем. А, вот, да, есть две клубники. Отлично. Возвращаемся. Сейчас найдем клубнику. Вот. Одна клубника, вторая клубника. Вот. Да, 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 здорово. Друзья, миссия дня выполнена. Отлично. А теперь давайте-ка пойдем в игровую комнату. И еще что-то сыграем с нашим Бобо. Итак, Бобо, во что будем играть? А давайте-ка, друзья, попрыгаем по веточкам. Попробуем, получится ли сегодня у нас побить рекорд. Итак, вперед. Вот так, хорошо, и еще вот так, замечательно. Продолжаем. Вот, отлично. Хорошо, и еще вот так. Здорово, отлично. И еще вот так, хорошо, продолжаем. Вот, замечательно, друзья, и еще вот так. Да, отлично. Вот, хорошо, отлично. Ай, ай-яй-яй-яй, не туда нажал, друзья, не туда нажал, и, к сожалению, наш котик упал. Ну-ка, давайте-ка еще раз сыграем. Попробуем переиграть, вот так вот, замечательно. Хорошо, вот, вот, да-да-да, отлично, еще вот так.
Хорошо, продолжаем. Так, здорово, друзья. Отлично, и еще вот так. Замечательно. Хорошо, друзья, вот продолжаем, продолжаем, продолжаем. И еще вот так, да. Отлично, хорошо. И еще вот так. Здорово, здорово. И еще вот так играем, друзья. Да, замечательно. Итак, вот такой вот замечательный прыжок. Все у нас отлично получается. Вот, хорошо. И еще вот так. Давай, бобо. Вот, еще вот так. Отлично. И очень хороший результат. К сожалению, рекорд не побит, но очень здорово сыграли. Отлично, возвращаемся домой. И давайте-ка, друзья, еще с нашим бобо поиграем в интересную игру. Попробуем пособирать жемчужины. Итак, отправляемся в плавание на нашем подводном батискафе и будем собирать жемчужины. Только главное, опасные глубоководные рыбы. Вредные, которые... Ой-ой-ой, убегаем вверх. Убегаем. Ой, фух, еле убежали. Да, друзья, здорово. Еле убежали, отлично. Вдохнули кислородом и опять ныряем. Так. Держайте глубоководные рыбы. Отлично. Вот. Да, здорово. Собираем жемчужины. Вот так. Да. Здорово. Хорошо. Ой, ай! Да, нас догнала. Вредная рыбка. Но ничего. Давайте-ка, друзья, еще раз сыграем. Попробуем вот такой интересный маневр. Попробуем под самый край нырнуть. Там редко бывают вот эти глубоководные рыбы. Посмотрим, что из этого получится. Получится ли их обмануть? Ага, вот, проплыла глубоководная рыба. Отлично, собираем жемчуг. Все здорово у нас получилось. Ага. Ой-ой-ой, друзья, нужно срочно всплывать. Ай-яй-яй, еще глубоководная рыба. И, к сожалению, у нас кончится кислород. Ну вот, бывает такое. Да, очень печально. Очень печально. Да, вот так как-то получилось, друзья. А сейчас... Вот, кто-то звонит нашему Бобо. И уже наш... Давайте-ка еще зайдемте-ка в гардероб и что-то поменяем нашему любимому котику. Так, давайте-ка что-то интересненькое купим ему. Ну, самое главное, хочется ему шерстку поменять. Сейчас посмотрим. Так, рыжая шерсть. Серая шелковистая шерсть. Сиамская шерсть. Так, шерсть наподобие смокинга. Это у нас сейчас кремо-белая шерсть. Черная шерсть на удачу. Черная шерсть... Ага, вот. Трехцветная шерсть. Шерсть бенгальского тигра. Розовая шерсть. И вот такая шерсть нежного барса. Так, давайте-ка, друзья, я оставлю рыженькую. Что-то я за нее заскучал. И давайте-ка что-то из головных уборов ему поменяем. Так, возможно, какую-то вот такую шляпку. Неплохо. Может, беленькую? Ну, в принципе, прикольно. Так, шлем, возможно, какой-то золотой, вот такой вот. Ух ты. Здорово. И пиратские шляпы всякие, ничего себе. Интересно, корона дорого стоит или нет? А давайте, друзья, купим вот эту корону. Смотрите, как красиво. Здорово. Еще давайте-ка что-то из одежды ему подкупим оригинальненького. Вот, посмотрим, чтобы ему подобрать такое прикольное. Ну, если корона, то уже что-то королевское. Ну, сейчас посмотрим, чтобы такое интересное ему подобрать. Хорошо. Так, это у нас всякие ковбойские штучки. Ага, вот, кстати, костюм пожарного. Вот какой он. Да, вот это к пожарному и костюму. Ага, вот.
Ну, возможно, что-то для короны подберем. Ага, вот для шляпы для мушкетеров, смотрите, какие здорово. Ага, вот, да, замечательно. Ага, это костюмы для индейца. Это, ой, смотрите, здорово, какой красивый камзол. Ничего себе, это уже королевский, или вот. Очень здорово, смотрите, как смотрится. Это уже какие-то костюмы суперменов. Здорово. Давайте-ка, друзья, купим вот этот камзол короля. Смотрите, как здорово смотрится, да. Очень красиво, здорово, здорово. А ну-ка, давайте-ка возвратимся домой. Ох, красиво, классно. Так, и еще, друзья, давайте-ка мы что-то внесем изменения. Только посмотрим, где нам внести изменения. Вот, кто-то звонит нашему котику Бобо. Ага, вот так, да, здорово. Вот такой у нас король он получился. А давайте-ка на кухне сейчас внесем изменения. Попробуем вот этот холодильник как-то изменить. Какие варианты у нас есть? Красное дерево. Розовый холодильник. Ну, тоже смотрите, как здорово получается. Давайте-ка купим розовый. Вот так. И вот это мы тоже сейчас купим розовое. Здорово. Отлично. И сделаем всю мебель розовой. Вот так. Да. Это будет оригинальненько. Замечательно. И еще вот здесь. Отлично. Хорошо. И вот этот газовую плиту. Бело-розовый. Ага, бело-розовый. Нельзя чисто розовую. Так. Плитка красного дерева. Бело-розовая плитка. Да, вот так будет. Отлично. Хорошо, еще давайте вот плиточку здесь изменим. Возможно, вот. Тоже вот такую сделаем, розовую, прикольную. И сейчас стены еще изменим. Вот, смотрите, какая прикольная персиковая стена. Замечательно. А стол сделаем вот таким рыжим. И пол еще изменим. Давайте-ка, вот тоже розовым сделаем. Отлично. И что у нас получилось? Ой-ой-ой, смотрите, друзья, как здорово, как красиво получилось. Ох, как нашему Бобо нравится. Итак, друзья, на этом будем заканчивать наше видео. Итак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите пожелания. И всем пока-пока. А наш Бобо будет отдыхать. Друзья, всем пока, до встречи.